основной характер мы будем усиливать, и в следующем году хотим даже основной акцент сделать именно на него. Сделать так, чтобы здесь, на площадке форума, ребята проводили меньше времени, чем в полях, и более структурировать эту работу. А вот будем сейчас, сразу как только форум готовить, уже начинать следующий год прорабатывать. И вот такой принцип выездных структурированных мероприятий с базой здесь, в нашем центре компетенции, готовить и реализовывать. Опыт такой у нас есть. Буквально перед форумом у нас состоялся слет юных туристов. Ребята 10 дней ходили по Камчатке в тур похода, а потом здесь собравшись, обменивались впечатлениями, мнениями, определяли, кто там категории лучше прошел, награждение было. И на самом деле я никогда не видел настолько воодушевленных и вдохновленных лиц, как после 10-дневного похода по Камчатке. Хотим также развивать, повторять этот опыт, который у нас уже есть.